Привет, друзья, с вами Скай, и сегодня мы с вами играем в игру, что мы называем Type Adventure, Time Traveler. В этой игре нам предстоит управлять путешественником во времени, который переносился и уничтожает все абсолютно. Давайте прокачаем же его булаву, и у нас больше ничего тут не остается, кроме как крушить. Так, закройся, вот хорошо. Я не играл еще в игрушку, это нормально. Пару секунд, но очень она напоминает визуальный стиль пары подобных игр, но это и не хорошо, и неплохо, как мне кажется. Так, лидер домовых, нечасть у нас тут, мы уже нарвались по-быстрому. А у нашего героя неплохая весьма дубина, он довольно сильно может вломить тут всем, кто приползет. Ватанга домовых как-то не похожа на ватангу и довольно быстро дохнет, как мне кажется. Но это мне кажется. И еще бы нам неплохо прокачаться, собрав денежек. И ради этого нам необходимо биться. Быстрее, еще раз быстрее. Где мои деньги? Черт их возьми. Давай. Так, у нас уже, оказывается, мы к четвертому подходим. Вот нифига себе. Игрушка как-то запустила, не заметил. Видимо, как это произошло. Она прошлась сама по себе. Наш персонаж скоро сдохнет такими темпами. Но что ж поделать, необходимо пока нам качаться. А он уже довольно сильный. Кстати, может я могу себя? Слушайте. А мне нравится. Так, потихонечку прокачиваю рунные камни. Окей. Время 4 минуты, шанс 6%. Блин, как все печально. У меня что, герой сдохнет, что теперь делать? А, он будет возрождаться, а мне надо все больше и больше героев, которые могут за меня драться. Все, я только что это понял, до меня это дошло. Сейчас будем пока своей магией собственной и уничтожать все, что тут двигается и не двигается, возможно. Кстати, как вам звук? Я немножко подкрутил, погромче сделал. Но вообще не знаю, как он будет работать, потому что очень сильно у меня звучит компьютер, и он бесит меня своим шумом. Возможно, это также будет отражаться на микрофоне, не знаю, как на записи. Так, посмотрим, как мы будем справляться с этими последующими 7 баланчиками, которые нападают на нас, и мне надо дико сильно прокачать. Да блин, что такое? Что ж такое-то? А, на задании. Я понял. Рунные камни он ушел собрать. Я мудила. Если б я знал, я бы гораздо сильнее его сделал. Так, может мы можем нашего... Так, за сорокет прокачиваемся, я понял. Быстрее, чердей домового необходимо уничтожить. А то он сейчас разорвет нашего героя в пух и прах. Да еще и время сейчас может кончиться. Да, у нас это получилось отлично. Простые домовые опять будут нападать на нас. Это не страшно. Это уже пройденный этап 100 раз, поэтому они довольно быстро сдохнут. Так. Вообще надо было найти кольцо отшельника, а не идти за рунными камнями, на которых шанс просто минимальный. Я не знаю, что делать с ним. 22. Так, воскресить за что-то... Нет, мы не будем его воскрешать, а мы можем его отправить. Я его что, воскресил, что ли? Да, ёшкин кот. Эх, блин. Так, мы его можем куда-то отправить там? Навыки. О, у него есть навыки. Окей. За синенькие штучки. А у него есть синенькие штучки, а у меня вообще не есть. Это вот главный вопрос сегодняшнего вечера. Есть ли у меня то, что надо ему? Провокация, охрана, броня. Так, слушайте, а может он броню? Это 5 штук охраны или... нет. Не, давайте лучше попрокачиваем себя. Наша магия более важная, чем у него. Так, мастера. Окей. Мастера, я сказал. Открыть, да, мы можем. Открываем. Так, снаряжение. Так, тарч, наплечники. То есть мы еще можем. Еще можем у мастера чем-нибудь открыть. Нет, мы не можем, видимо. Мастер ключей. Угу. Нам нужны сундуки, чтобы это сделать. Так, создать. Окей, но у нас нету фиолетовых таких штук. У нас всего одна, разбор. Ага, интересно. Но у нас ничего нету для этого. Так, ну-ка собирайтесь монетки, мне нужно вас в большом количестве для того, чтобы нормально прокачиваться. Так, вообще чуваку бы, возможно, щит бы неплохо подошел бы нашему. Но поскольку пока я получаю такие баблища, я их потрачу чем-нибудь более важное, чем... отлично. Так, давайте посмотрим. Что ж ты можешь? Офигеть цена, а? Слушайте, я бы ему тарч прокачал, но 56 просто за его тарч, это я не знаю. Слишком дорого для защитника, но это лично мне кажется так. Так, провокация, охрана. Ну-ка давай-ка охрану покачай. А где эти синие поинты беру, мне более интересно. Мне нигде вроде как не отображаются, вроде. Вроде бы. Или я что-то не понимаю. Так, ладно, добиваем. Мы можем тебя полечить? Нет, не можем. Ты бесполезен для нас. Эх, в плане лечения у меня ничего нет. Но, видимо, за уровень ему даются очки. И он будет качать провокацию у нас. По крайней мере, пока что он будет ее качать. Так. Ага, тарч, я могу ему прокачать навыки. Охрана, что он дает? Я как-то не посмотрел. Так,
Ага, три заряда автоматически. Охрана, ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо, провоцировать будет он у нас. Так, ну-ка, карманы, что у нас в карманах? Ага, кольцо вора, очки навыка, рунные камни, плюс один. Ну, такое, да, блин, не успел я разобраться с нашим врагом, собрать. Ой-ой-ой-ой, квест провален. Угу. Смотрите, сколько золота, ты издеваешься. Ты издеваешься, там копейки просто ты мне принес. Ничего! Чувак, ты офигел! То есть ты ходил так долго ради ничего? Бомбит. Бомбит от бесполезных персонажей. Так, записи мага. Давайте кольцо отшельника лучше отправим его искать, потому что в ином случае он не особо-то нам полезен, еще и летает просто так. Давайте уже с ватангой домовых покончим и перейдем к боссу. Ну, я надеюсь, сейчас перейдем к нему. Это что у нас такое? Золото? Нет, за каких-то 30 монеток. Я не согласен. Так. Давайте-ка попробуем разобраться со всем этим по-быстрому. Да что ж вы делаете, а? А ну-ка идите отсюда, вообще поганые лисы. Тут волки на меня прочее нападают. Леснику вообще не поздоровится. Сейчас я его пору на запчасти. Так, главное выжить, главное выжить, главное выжить. А, слушай, я-то не могу умереть, это может только мой персонаж, который мне помогает умереть. А, отлично, я с ним разобрался, идем к следующему. Что ты мне противопоставишь, а, гад? Ирды, а? Нападают только. Так, ну, пока тебе бить нечего, взять, еще раз взять. А, ачивочка, загружаем, ваши друзья, другие игроки. Окей, я просто днище. Я понял. Я понял, чего ждать от этой игры. Что можем купить за 30? Ничего, ничего. 385. У нас таких баблищ-то не будет в скором времени, явно. Так, может, мы здесь можем что-то прокачать, навыки. Так, я понял. Я понял, провокация. Ага. Надо потихонечку качать все его навыки, и это скажется очень сильно на его защите. Еще мне задолбало всего лишь 12 магии. Что за фигня? Уровень 12. Я хочу еще сильнее, чтобы он был. А он как бесполезно так ходит и ищет какие-то артефакты, вместо того, чтобы мне нормально помочь, покопошиться там магией, подолбать. Воин у нас дико дохлый, он просто умирает по КД, я бы сказал. Так, давай. Лидер домовых, нехрен тут делать в этом мире. А ну-ка убрать тут всех. Что они вообще борзели нападают. Так, почти всю эту бурду я снял. Сейчас еще парочка ударов крепеньких, хорошеньких, я уберу. Ага. Хорошо, по десяточке примерно ему сейчас ношу, или я по 12 ношу. Так, убрали его с дороги, еще одного сейчас уберем. Сколько же их вообще прет, а? Посмотрите только на количество. А мастера, интересно, у меня что-то могут. Так, мастер ключей. Так, вы находите ключи в сундуке, наград за боссов. Кто и другой может купить в магазине за кристаллы. Магазин. А, ага, интересно. Ключ 50, сундук. Ой-ой-ой, подсказка. Нет. Знаете, не хочу я тут ничего покупать, пока прокачаю лучше своего персонажа. Он будет 13 уровнем, шансы у него возрастут. И я думаю, он что-нибудь принесет нам в этот раз. Кольцо отшельника, нормальная была бы вещь, шмоточка, даже не знаю, правда, зачем она нужна. Но вот здесь я должен разобраться с Хеймриком. Хеймрик вообще-то меня напрягает довольно сильно, потому что я не наношу ему достаточное количество урона. Он просто нас сейчас может развалить на запчасти. Что за чувак, грибник какой-то? Нет, это походу неудачная затея. Хеймрик меня пока что рвет на запчасти, я ничего ему не могу сделать. И он всего лишь 10 уровня, босс, всего лишь 10. Настолько сильно я должен прокачаться. Так, я понял, сражаемся до того момента, пока нормальные деньги нам придут. Они, видимо, скоро и не собираются приходить, потому что, ну, наш вообще товарищ почти ничего не сносит. Если бы он хотя бы сносил по-нормальному, тогда я понимаю. Тут надо просто в огромном количестве мочить всех. Так, еще денег, надо заработать большую сумму для того, чтобы прокачать и нас, и этого гада. ДПС бы ему, я думаю, если поднять как следует, он бы нормально начал справляться, но это, видимо, не в его стиле вообще справляться хоть с чем-нибудь. Здоровье 48, 56, так, булавы бы ему прокачать, давайте ему. Ну-ка, мешок дай сюда. Так, отлично, золото не уйдет от нас. 97, давай. Нормально, навык идем. Рассекающий удар. Да что ты издеваешься, у меня столько нету. Я провокацию тебе покачаю. Чё, ты бесполезен почти. Тебя надо еще сильнее апать, чтобы ты хоть что-то сносил.
Так, ага. Рассекающий удар нас не хватило. Я так полагаю, мы должны были копить все очки для него. Но не судьба, что уж поделать. Мы покачались неправильно. Осталась 1 минута. 1 час 11 минут. Кольцо отшельника? Я на так долго его отправил? Ёшкин кот, блин. Ну, надеюсь, он его найдет. Когда в следующей серии мы с вами увидимся, он придет, наверное, потому что это будет явно не сегодня. Давайте, мы должны победить за эту серию босса вот этого вот 10 уровня и на этом остановимся. И увидимся с вами завтра, но сейчас мы его все-таки добьем. Так, бабла мне, да бабла, давай, бабла, баблишечко мое. Так, ну-ка, давайте-ка его прокачаем посильнее. Че он вообще бесполезный у нас тут торчит? Да че ж ты так дорого стоишь, что за каждый апдейт? И реально, 48 дпс с удара, это как-то вообще несерьезно. Я ожидал тебя куда больших заслуг, чтоб ты мне... Давайте сейчас еще разок его качнем. Так, поскольку бабла приходит? Что такие копейки-то сыплются, а? Чувак, ну что с тебя копейки реально сыплются? 27. Ну 31. Да что же делать-то? До 49 это так долго. Но мы это сделаем. Мы обязаны это сделать сегодня. Мы должны победить его босса. И сказать ему, чтобы он просто сгинул от нас и... А пока что он нам шел на пас, просто заорал и сказал: «Ноу, вы не пройдете, вы кто такие? Вася, вам что надо?» Он еще и сдох. Зашибись. Зашибись. Я всегда ждал такого героя, который будет дохнуть, блин, от каждого второго удара и... В общем, не качаться по-нормальному, еще по опытам получалось за каждого, который я убиваю, а не просто хренью страдал, там лежал рипнутый, гуфнувшийся, я бы даже сказал. И просто потихонечку ждал своего времени прихода, когда ему уже можно будет бить, но нет, пока он просто ничего не делает. Так, давайте. Битва. Убираем всех лишних с поля боя и начинаем. Да он рипнулся опять, вы что, издеваетесь надо мной? Как с ним сражаться, если он такой бесполезный, я вообще не понимаю. Как вообще это делать? Вот, посмотрите на него. Хеврик! Вообще не дохнет. Так, я понял. Придется качаться на этих ублюдочных гадах. И в этой серии я точно не успею ничего сделать. Ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующей серии. Надеюсь, все будет хорошо. Я еще поснимаю эту игрушку. До новых встреч. Всем пока.